6000多块钱给我贴了个这个狗屎。你绕个。绕个圈。деньги。Зарплата 2 месяца, да, обычного человека? Да, это 2 месяца. Угу. Это не обычного человека. Обычного человека 3 месяца. 我是亿万富翁摊牌了。大傻，我们家车呢？怎么又开这一辆了呀？你自己看，不是那一辆呀。Где наша машина новая? Она, Ваня, сейчас в данный момент тренировку делают на задней части стекол. И также бронируют. Впереди, да? Да, впереди, чтобы вот этих сколов не было и ничего. И лобовое хотим тоже забронировать, чтобы стекло не повредилось. Так что сейчас это все проводится. На чуть тему, а чудо? Да. Есть еще车衣吗? Да.车衣就前面后面对啊，还有车窗上面的被刮了，对呀、啊。啊，你们去看吗？哎，我去看看。好的。Поедем посмотреть. Поедем. 你们看看这个车身上的灰尘，多久没有开它了啊？作为一个女婿，要拍好老丈人的马屁，先把门给他打开。Давай, я открою. 我老丈人让我现在就是少拍这个车啊，他其实都懂啊，也明白很多事情。今天我们这个车拿去贴膜了，等拿回来之后这个车就不用开了。За руль садился моего старого любимого автомобиля и непривычно становится, я к нему так хорошо привык, но на той машине поездил, чувствуется большая разница. Теперь садишься здесь как-то по-другому все ощущения. Так что вот так вот, к хорошему быстро, говорит, привыкаешь. Видишь, машина у меня сзади, вот посмотри, она вся затонированная. Солнце не попадает сюда, в лицо, потому что здесь очень солнце сильное, ультрафиолета много. Сейчас ваши немецкие друзья еще приедут, вам везде надо ехать, да? Ну да, вот поэтому, Ваня, мы решили ее всю затонировать, решили броню ее покрыть, чтобы не было вот этих сколов, не было повреждений на машине, потому что очень много придется ездить, расстояния будут очень большие. И чтобы краска спереди, с морды двигателя, то есть не повреждала, не было никаких сколов. Вот видишь, наша машина стоит, Ваня? О, вот там внутри, вот, да? Да, вот открытые. Это пори фанами. О, клево. Вот видишь? Сервис. Да, да, да. У вас самый лучший, да, вот здесь? Это номер один по Таразу. О, сейчас посмотрим. 我昨天早上睡觉，我老丈人没有舍得吵醒我，因为我晚上剪视频来着，就今天过来检查一下。塔拉兹最好的修理点啊，朋友们，在这个地方。Единственная у нас новая машина, как будто. 请看看。啊，正在贴。Здравствуйте. А, 你们看朋友们。我теперь в заде уже не...Нормально, да? А наверху тоже пригреют или нет? Наверху не надо. Не надо? Здесь. 你们操心了很久的太阳膜终于贴上了。И тот тоже, да? Да. Сзади тоже, видишь? Угу. Да, классно. Впереди вам по закону нельзя, нет, да? Впереди нельзя. Даже чуть-чуть нельзя, да? Не сильно. Ага. У нас же по правилам, да, нельзя это? Нанесение пленки запрещено. Нанесение пленки запрещено на переднюю. А, ну лучше не делать, да? Нет, это запрещено по закону. Uh-huh. Вот уже процесс начался, видишь? У вас все сделано вот через компьютер, да? Вот так отрезали? Нет, вручную, да, делали. Да, через компьютер не нашли. А, не нашли, знаете почему? Потому что еще нет его, наверное, да? Не внесено в каталог. А, надо найти вот такой типа модели, да, машины? Да. А, конечно, нет. Единственное в Казахстане. А по чем стоит? Чем? По чем стоит вот эти? Вот это все в круг, Ваня, 400 тысяч. 400 тысяч деньги, да? Деньги, да.
И вот эти фары тоже будете делать, да? Да. Все отлично будет. Где? А, вот здесь тоже наклеено? Вот, Вань, смотри, вот по вот эту часть. Видишь, вот стык. А, чё бы, у тебя шалфон, а потом меньше. Вот это все клеено, да. Вот этих частей. И вот тоже, вот эта часть тоже вся клеена. Вот, Вань, смотри, начали обклеивать тоже, чтобы ты ногами не поцарапал. Вот здесь вот тоже, Вань, обклеено. Вот. Это чтобы, когда ты наступал, чтобы не повредить краску. Хорошо. Бронирование. Монитор не будут, да? Не-не, монитор не будут. Да, у меня вот эти пленки из Китая, они уже отправили. Вот Вань тоже стоит. Да. Посмотри, уже все по-другому стало, видишь? Вот здесь много деталей, да, вот на самом морде, блин, на решетке. Чего ты мама потом это хвалил? Я кажу чуяла. Их еще в продаже ни в России, ни в Казахстане нигде нету. Да, на нашем рынке столько. Она даже не русифицирована. Мы на завод выходили, просили, чтобы нам ее русифицировали. Они сказали, у нас еще программа даже не готовит. Как будет, я вам позвоните. Не спешите, делайте нормально, хорошо. Все, ладненько. Давайте. А, Вань, хорошо получается? Отлично. По-моему, я просто вот такую пленку никогда не сделал на своей машине. Мне жалко. Жалко что? Деньги. Даже у нас дешевле, а вот здесь и дороже. Зарплата 2 месяца, да, обычного человека? Да, это 2 месяца. Это не обычного человека. Обычного человека 3 месяца. Это не обычного человека. Да. Только посмотри, сколько у меня здесь всего барахла. Раньше вы ремонтировали вот, сами здесь, видишь, да? Видишь это? Да. Вот у меня был джип, это багажник с джипа, видишь? Ага. Который я стукнула. Да, видишь? Фары, все это на крыше стоял багажник. Это вот лестница его. Видишь? Это его колес. Да, это вот. Колес. Зимние, да? Колеса. Вот вторые колеса. Давай. Посмотри, бочки. Одна бочка, вторая бочка. Вот бочка. Вот еще одни колеса, Ваня. Смотри. Все у вас есть, да, запчасти? Отдали. Сколько здесь всего, Ваня? Сколько отдали? Да. Ты только не падай. Не отдали, завтра будем отдавать. 400 тысяч? Да, 400 тысяч. Слушай, 6400多块钱, я сангуал. Вот, теперь я уже не знаю, да, из-за дороги. Лучше мы сейчас эти деньги заплатим, чем будем потом машину подкрашивать или еще что-то. О, Женя, видишь, там иероглифы писал? Где? Ечэн. Ечэн. А, не могу сказать. Коуши Ечэн. А, значит, его гараж, да? Это гараж Папин. Ваня, здесь, видишь, все есть. Вот весла есть от лодки. Как ее фаш, а? Вот удочки, видишь? Вот я не знаю теперь, как это все убрать, сделать, чтобы машина сюда заехала. Я думаю, что вот наша этот, гибридная машина здесь поставим хорошо, да? Потому что без снега, без ничего, зима. Конечно, здесь хорошо.
Гараж железный. А сюда можно, интересно, будет сделать этот? Что? Зарядку сюда поставить. Вон зарядка, видишь, вот все здесь. Нет, на машину. И на машину поставим. А, установить. Здесь все есть. Ну. Наташа, здесь все есть. Нету только машины пока. А папа после Астаны сейчас уже очень ждет нашу новую машину. Ну да. Мне говорил инженер, что наша новая машина, да, чуть-чуть лучше эта машина, которую мы смотрели. Да? Да. Я сама жду. Я тоже жду. Что ты видишь? О, чего человеку подарил, а? Чего человеку подарил, а? Хай, тхо-че. 你们这边都是直接装一个拖车，对吧？ 三轮车这种好像没什么人开，你们这边路这么宽。 看到了吗？好，这边还有一个车库，还差一辆车，还是要可以拖车那种。我都懂了啊。花这么多钱有点心疼啊，要不要给你爸爸负担掉一点呢？不用了呀，你已经够了，我们已经坐这1万多块钱的沙发，就是你买的。 啊，对吧，够了，真不用吗？真不用，他们自己想这么做呢，因为我们这边路真的特别差，不做的话会车弄坏了，比中国划算多了，中国你这个车也划不坏，对吧？嗯，这边真能划坏了，对，所以他们一定就很感谢我们，知道吧？啊，他其实是比较珍惜我们给他们买的东西，对，好，你还有多久要生？3个星期。 朋友们，3个星期倒计时。但是我在车模这个事情，我看到了一个商机。2年后，我发现中国汽车的配件应该在这边生意很好。对，其实我想跟你说个事儿，我爸爸偷偷的去把汽车的那个车衣贴好了，对吧？嗯。是为了给德国人看一下，知道吧？ 不能输给德国人啊！就会看一个车贴完膜的车，你要亲自出动了吗？对呀，想看一下什么膜可以贴6000多块钱呢？<笑>你也想看？今天待在家里面就像幼儿园啊！我们这个车从宜兴运到新疆一共就6900块钱，在这里呢。 6400多，对吧？6400多，6400多。我真的这个开始挑的两个眼睛，一个是我知道一只眼睛是挑的时候是那个财富，对吧？另外一个是不知道是什么。<笑>你知不知道6400块钱加在我们这个车上可以买到顶配的，你知道吗？不说了，我爸他自己掏钱就自己决定，对吧？ 劳师动众啊，一家人去。你看那本中国车，你看见了没？极狗，瑞虎4 Pro。我国内没怎么见过这个车。我也没见过。那我们来这里干啥呀？我们那个车不是贴膜吗？贴好了，你看看，就跟手机贴膜一样的。现在后排再也不用晒了，前面不能贴，我昨天问你爸了。对，前面不能贴。嗯。哎。 我发现了，你看我们这边是塑料拼，就这样扔的，真不会做生意呢。在中国呢，一个塑料拼在外面就捡不到呢。你还记得你以前捡那个瓶子卖钱吗？我现在也买钱，好不好？<笑>你觉得这个不好意思吗？我没有觉得。没有觉得不好意思。我没有，我是觉得你太会过日子，不好意思再秀了。<笑>我妈已经开始正常了。我爸啊，好帅呀、啊，贴好了。 哦，这个现在是黑的，就黄了。对，可以睡觉了。哎呀，好帅，感觉高级的，你没发现？<笑>对，帅呀、啊，这个有点，很奇怪的，都吃了。你也想吃吃？我从这里面是不是有脏的东西在里面，所以它这个样子？ 让他打个折。你看，他好多地方，Natasha，他因为没贴好，看看看这个地方，这个地方没贴好。
这边没有模型，这两块拼接在一起的。你看这贴的不厚。Ну вот это чуть с косяками, да? Смотри. Вчера папа же показал. Хорошо, Миша. Надо ему сказать, что скидки сделали. Да, вот тут видишь, он тоже. Вот это... Нет, вчера уже такой же был. Да, пузырьки, два пузырька. Вообще, нам нужна корректировка через 3 дня. Через 3 дня, да? Да, можно это. Наташа, а почему здесь такая разница? Потому что это полноценная машина, нужно 6000 рублей. Сейчас это 6000 рублей, не знаешь ли? А, это у нас задняя дверь только приклеила эту часть. Да. А, это эта часть не приклеила? Не приклеила. И здесь, потому что у нас дверь открыта. Что за херня? Машина только приклеила голову. А. 6000 多块? Да. А, я пожалела. Я до вчера... 为止一直以为是整个车6400块钱贴个膜，就贴个车头，贴个窗户啊。对呀。而且就后面两个窗户。就这么。太黑了呀。嗯，我не офигел, как дорого стоит на клей. Я думаю, что полную машину приклеили. Нет, полная 850. Нет, Вань, ну смотри, вот все пороги, видишь, везде пленочка. Ну, мы не видим. Ну, я понимаю, конечно, но эта цена просто ужасная. Вот эти вот все тут заделано. Да, я не вижу, даже эти колонки заклеили зачем-то. 有的人还想着。Хватит, наверное. 有的人还想着捣鼓车到这边来玩卖。嗯，车有什么好卖？卖膜啊！我靠，太偏太贵了，这边确实太黑了，真太黑了，做的也一般。我说真的。ну да, ну если честно, наклеили так себе. да, 你爸爸还这么好说话。пленка это один. 啊，我的天哪！什么价格？我昨天别人问别人的直播。им нормально, им нормально, они привыкли, что тут. 别人跟我说1000块就贴完了，好吧。но у вас вообще так бронируют машины? конечно. за 1000 юаней, мам, здесь 6000, а там 1000 юаней на полную машину. 现在我们这个车到家了啊，我也是这个长这么大，朋友们，我活了35岁，第一次知道啊，这个贴车衣可以光贴前面，光贴这个地方。然后后面都不贴的，我以为6000多块是全车，哎，我也不能跟着他，还和他爸妈说什么，我心好疼啊，真的好疼啊！不是说花钱倒没什么，你看这贴的什么鸟玩意儿，这个，哎呀，贴车衣的兄弟们，贴车衣的兄弟们，来这做生意吧，真的市场很好的，6000多块钱给我贴了个这个狗屎。